Шевчуку. Андроник Карапетян. 165 килограмм. Да, 165 килограммов. На килограмм больше, чем у Романа. Рома, кстати, завершил первое упражнение с таким же результатом, который у него был на чемпионате, простите, на Кубке России, 164 килограмма. Да. Ну вот и первая заявочка, вот и первая весточка. Карапетян. Недаром у нас за спиной перед началом трансляции. Вот, вот и Карен Авагян. Четыре года этому атлету. Ну что, один из главных фаворитов Карен Авагян. Еще не успел даже раскрыться, уже вот голову туда прям просовывают. Вот он я, такой гордый пост Европы 2019 года в Батуми. Не хватило ему буквально одного килограмма до золота, но в рывке с результатом 170 килограммов он завоевал малую золотую медаль. В общем, в зачете стал вторым. Разговор с самим собой, исправляется Риас Давитадзе со своим первым подъемом, 166 килограммов. Мы с вами понимаем, если они поднимают, уже на 6 килограммов больше будут эти спортсмены в сумме иметь. Андроник Карапетян на помосте. Начал заниматься тяжелой атлетикой в возрасте 13 лет, с 2008 года. 25 ему сейчас. И 170 у него над головой. Тоже очень уверенно, как и в первом подходе. Карен Авагян, его коллега по сборной, тоже реагирует на трибуны. Сейчас выходил, такой жест рукой сделал в адрес болельщиков. Да, интересно, внутри сборной как-то разделяются симпатии? Или все-таки болеют за флаг и за обоих спортсменов? Карен Авагян, его вторая попытка, 170 на штанге. Пошел таймер, 7 секунд. Да. Здесь уверенно. И Риас Давитадзе опять перезаявился. Опять он на килограмм добавил. Напряжение на московском помосте. Риас Давитадзе. Очень плотно идут. Да, по-хорошему заряжен на борьбу. Спорят мужчины сегодня за очередной комплект наград. Представляешь, что начнется тогда в толчке с такими плотными результатами. Мы призываем наших зрителей никуда не расходиться, ни в коем случае. Как можно это пропустить? Держать нужно Ривазу Давитадзе сейчас. Есть контакт. И он у нас снова лидер. Входит Андроник Карапетян. И, судя по всему, Ривазу нужно будет тоже добавлять этот килограмм, чтобы обойти. Да, это... сейчас посмотрим на выступление этой троицы. Третий подход. Андроник Карапетян. Так, уже не справляется, да, первое поражение в этом дуэте, пока один спортсмен не справился. Но опять 175 килограммов, второй армянский спортсмен Карен Авагян. Thank you.
Посмотрим, останется ли сейчас сборная Армении в борьбе. Итак, Карен Авагян, 175 килограммов. Да, да, справляется. Отмечали мы в первом подъеме, как вот он головой буквально еще какую-то третью точку опоры создает. Выходит на первую позицию, разогрел себя эмоционально до Витадзе. Вес штанги 176, третья попытка. Ну что, вот он момент истинного реваза Давитадзе. В Батуми малая золотая ему покорилась. 170 там было. Но поторопился вставать Ривас. Да, эмоционально. Очень уж ему хотелось зафиксировать этот вес. И, к сожалению, ряде на килограмм больше. И очень важно, как Андроник справится в толчке. На грудь быстро, без особых вопросов. Из груди все хорошо. Да, да, вот и началась борьба. Началась борьба Романа Чепика за сумму. У Карена Авагяна уже 202. Было 200, теперь 202. Ривас Давитадзе. Первый подход. Хорошо. Безапелляционно, очень чисто Ривас Давитадзе справляется с первым весом, 198 килограммов. Некоторые 2 килограмма перезаявили на 200. Когда был вот в старте протокол, у него был самый тяжелый вес 200, потом он 202 заявил. Сейчас посмотрел, как выступает, и, может быть, правильное решение, нужно все четко сделать. Да, но мы опять-таки возвращаемся и нисколько не умаляем важность первого подхода в каждом движении. Может быть, здесь. Сразу в сумме 375 у него будет. Карен Авагян, 200 килограммов ровно. Так, помолчим, посмотрим, как получится. Получилось, он Вероника Карапетяна. Для нас удачно пока, удачно. И плюс 5. Спортсмен, который может побороться, хотя тяжело, в сумме он уступает армянскому атлету. Сам себя успокоил и снаряд. Получилось успокоить Ривас Давитадзе. Ну, хорошо. Ну, подход 204 килограмма. Карапетян 206, 200 не справился и 6 килограммов добавил. А относительно первой зафиксировано 195.
уже получается 11 килограммов плюс. Так. Главный претендент на победу. Долго настраивается Карен Авагян. Время позволяет. Легко, как пружинка, вылетает. Не пошел вес, а вот теперь интересно. Теперь интересно, килограмм разница между Ривазом и Давитадзе. У Давита продолжается борьба за золото в сумме и в толчке двумя руками. Да, гордо реют здесь армянские флаги. И поддержку Авагяну оказывают его сокомандники. Напомню, что чемпионат Европы проходит без зрителей. Карен Авагян, 204 килограмма. Третий подход. Момент истины. Нет, не справляется. Обостряется тем самым борьба. Да, и всего два подхода у нас остается. Поклонников один из атлетов вылетел, но в любом случае ошибся, я вас ввел в заблуждение, простите меня. Чепик боролся. Вот это первая попытка, конечно, смазанная. Сколько он прыгал? Нет, он, если бы даже 200 свои поднял. Уверенно, четвертое место у Романа Чепика. Ну а сейчас определяется победитель. Риваз Давитадзе, 205 килограммов, сборная Грузии. Здорово встает. Чуть-чуть ошибся Риваз. Как-то впереди, да, оказалось, не сумел вытолкнуть снаряд. Да, а Роман Чепик 3.